нужно еще? Ну, что хотел бы еще, так сказать, поделиться, так сказать, с тобой, какими еще наработками. По шпателю у нас отдельное слово доброе. Это кома. Гибкий, видишь? Вот, флекс. Очень похвальная штука для вот таких лазурей, восков. Это просто, ну, наверное, раньше мы пользовались пластиковыми мотивка, то есть пластиковые они остаются, так сказать, в силе. Ну, я вот здесь я носил как раз византийскую пластиком, потому что металлическим не получается таких, вот так, перышек. Вообще интересная, да, история этой штукатурки. Мы ее когда с Костиком образно вводили на предлагали заказчику, это был где-то, наверное, 93-й, наверное. Мы ее назвали Павлин Мавлин. И Костик ее назвал. В общем, вот такая вот история этой штукатурки. Сейчас это, надо сказать, классика жанра. А раньше это было вот такое вот. Кстати, Костик же, и это мой племянник, он же ввел и работу со шпателями, наносить гели, патины. Должен. Он говорит, то, что ты образно сейчас, ну или многие декораторы сейчас пожинают плоды, те, которые уже было посеяно, да, там декораторами прошлого, как я говорил, 2005, 95, прошу меня, 2005, 2003, вот так. В 95-м мы только начнем искать, знакомились с декоративкой, 98-го, да. 93-й, да. Ну, в всяком случае, да, по византийски это где-то 2005. Значит, примыкание. Работаем с мокрого на сухое. Ну, как и любой воск. Что еще важно? Последнее движение сейчас буду показывать. Смотрим мокрого на сухое, но значит здесь должны быть, да, там ванная и последнее движение на сюда, на чистое, чтобы не оставалось, так сказать, от шпателей таких вот, так сказать. Да, если мы там видим какие-то там, ну, переходики, да, это, то не спешите их исправлять, не наносить что-то еще, дайте ему высохнуть. Главное, чтобы не было пропуска, еще раз, когда положили с мокрого на сухое. Последнее, да, вот, на нет. И последнее движение на готовое. Там были такие. То есть здесь рваное движение, да, тут рваное движение. Что еще? Там я пользовался еще там резиновым шпателем такой, могу тебе показать. Тоже интересная вещь. Да, тут, а я уже, наверное, занялся. Да. А, ну вот, кстати, по поводу пластиковых, ветеранчик уже. Тоже, кстати, лопнувший. В общем, со всем этому, так сказать, имеет место быть, но вот образно металлом и
написано Scratch Flex, это нечто. Поэтому возьмите мое уважение. И вот это вот дофото, что наносить лазурки, ложки, шпателями. Да, это, будем говорить, не так все это давно вошло в обиход. Те же там, то, что мы колировали там модельную массу, то, что добавляем воски перламутры, то есть это все вот эти наработки, которые приобретались не, ну, не одним годом. Поэтому, возможно, тебе там многое из того, что я рассказываю, да, там вообще, так сказать, не, ну, он говорит, так, не входит ни в какие ворота твои, да, в твоем, твоей системе координат, все это, ну, выглядит сумасшествием, да, оно не умещается у тебя. Ну, потому что, я еще рассказываю, может быть, потому что, ну, было и так, нестандартное, да, решение, так сказать. Все вот эти авторские наработки, ну, не обескураживайся. Ну, со временем все это, ну, если даже это не поможет сразу, ну, придет время, да, пройдет там несколько лет, да, ты, может быть, ты сейчас не готов к этой, информации, к этим, так сказать, откровениям, что это напрямую. То есть то, что делай, то, что тебе по силам. Бери там что-то. Уже то, что лазурька требование, уже это тебя открытие, да? То, что... С мыловарным воском ничего не вырос. Нет, страшно. Занимайся пока этим воском волшебным, да, на основе обойного клея. Там. Не готов там к этим всем перламутрам, пигментам тоже. Опять это уже такой выпендрёж Шрика Хэмпера. А ты можешь начинать там просто там колеруй, добавь красочки, да, Венецию, это волшебное. В разных соотношениях, хоть как-то получится. А здесь что? А здесь получается, ну, такая, как на послегодность, да, там заказчица захотела, чтобы у нее стены были, ну, выделить как-то фактуру. Вот. И тоже это решение пришло не сразу. Я, в принципе, и не планировал, да, такое сделать версажи. Здесь все было, должно было гораздо быть проще, там, сапинка, и даже по большому счету, там, вообще, там, фактурка с покраской, все. Вот, кстати, с чего можешь начинать? Да, просто фактура и покрасила обычно водомарсионной краской. А уже потом все эти эпидрюшечки, да, там, проходит какое-то время, ты наиграешься этим, другим этим. Это ты, да, наверное, усложняешь задачу. Так сказать, драйв. Так что вот это, наверное, тут. Почему? Его долго играет. Ну, потому что, во-первых, материал недорогой. Я могу его там. Ну, не получилось там. Ну, вот как здесь, не получилось патина, да, там попятнило вот здесь, там от этих, от резинового острова. Ну, в общем, было такое печальное. Ну, страшно взял, наколопуцал. Перламутровый гель патинки. Сверху перетянул, все, выровнял более-менее, все, красота, люкс. А, вот что еще будет интересно. Кстати, он там еще не, так сказать, не потух, смотри, по византийски. Вот видишь, вот этот, когда шпателем,
ты верхушки вроде как поджег, поджелезнил, и уже в этом варианте это тоже можно как-то оставлять, очень классная вещь, то, что хотел показать. И я так думаю, когда я вскрою, ну тут пробовал вскрыть, да, я его тоже, вот эти перышки еще раз, так сказать, подчеркнул, поджелезнил, получается такого выдавки. Особенно здесь такого, что здесь хорошо видно. А, интересно, да, как работает на потолке?